«Динамо Москва», Дмитрий Валерьевич Хохлов. Дмитрий Валерьевич, ваш комментарий по матчу. Ну, непростая игра, далеко не простая, я бы даже сказал. Тяжелая для нас, с учетом графика, перелета. Хотя здесь, по-моему, ни одной команде просто так очки не доставались. Ты по игре, так скажем, был план все-таки поактивнее начать первый тайм, постараться забить, но это не удалось. Но хорошо, что во втором все-таки и моментов больше были, и сумели забить гол. То есть фактически возле своих ворот ничего не дали создать. Спасибо. Ваши вопросы, пожалуйста, представляйтесь. Да, во-первых, и замены освежили чуть-чуть игру, и ребята чуть правильнее начали действовать, так скажем. Понятно, что СКА нужно было идти вперед, домашняя игра. Мы рассчитывали, что они откроют чуть-чуть зоны сзади, в которые мы сможем врываться, убегать. Вот одна из атак так и получилась. Сергей Александрович, ваше впечатление о сегодняшней игре, что не удалось сегодня? Ну, сразу скажу, что сегодня, в принципе, наша игра вот, именно в атаке неплохо смотрелась, да, и первый тайм, и начали второй. Значит, не хватало, как обычно, завершающего удара, который вот нанес Ташаев, да, хлестко пробил. Претензий к ребятам нет, все старались, значит, что могли, сделали. Много прострелов сделали, да, какие-то удары там наносили, может, не такой силы, которой нужно. Ну и в обороне пытались все-таки сыграть там надежно. Ну, считаю, что сегодня мы не заслуживали поражения. Пожалуйста, Сергей Александрович, скажу, что игра была равная, но все же чего не хватает в атаке конкретно, то есть уже который матч не почти. Ну, так вот что, удара не хватает завершающего. Ну, есть почему. Не бьют. Значит, видели, что, например, смещается 27-й номер, да, Соу, в опор, ну, как бы к нам подходит к воротам, он бьет с левой, не боится, значит. У нас у Паши Карасева, ну, выходит то же самое, 18 метров, он может пробить, он улучшает. Соответственно, тоже сейчас Самсонов вышел, да, ну, с левой ноги бей, снова улучшаем. Ну, или ни удара не получается, значит, ну, или ответственность на себя не хотим брать. Хотя мы и тренерским штабом, и на тренировках пытаемся все-таки больше уделять этому компоненту внимания, но, ну, вот видите, пока что имеем, то имеем. Так же получилось, что сегодня мы официально выбираемся в Премьер-лиге. Понятно, что еще рано об этом говорить, но все же есть какие-то планы, что ли, в плане комплектования команды? То есть много... Пока никаких таких глобальных планов нету. Значит, мы, конечно, с руководством будем разговаривать на эту тему, да, какие задачи будут у нас стоять дальше. А сейчас ближайшая задача – восстановление команды. Ну и, да, и готовимся к Уфе. Легких, значит, и проходных матчей у нас точно не будет, это я обещаю.